перейдя на красный, можно получить административный штраф. Гораздо страшнее нанести ущерб не кошельку, а собственному здоровью. Переходить дорогу можно только на разрешающий сигнал светофора. Об этом знают даже дети. Но зачастую нарушителями становятся именно взрослые. По словам сотрудников административно-пассажирской инспекции, около платформы Жаворонки несчастные случаи фиксируют часто. К сожалению, на данном пешеходном переходе очень часто происходит нарушение гражданами. А именно, люди переходят железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Зачастую беспечность и невнимательность приводят к трагическим последствиям, а именно к гибели людей. Так, 18 мая этого года на этом переходе погиб мужчина, который переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. В Одинцовском округе регулярно проводят профилактические рейды, чтобы напомнить жителям – железная дорога – зона повышенной опасности. Предупреждающие таблички, наличие звуковой и световой сигнализации многих останавливают, но есть и пассажиры, которые упорно пренебрегают правилами. Спешка и невнимательность могут привести к трагедии. Переходите пути только в специально оборудованных местах. И не забывайте снимать капюшон и наушники. Берегите себя и своих близких. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».